Галчановский раздел земли продолжается. За круглым столом главы администрации района произошла встреча руководства компании «Цитадель», выкупившей земли для разработки карьера, с собственниками земельных участков. Инвесторы рассказали о своих планах на Галчаново-Милицайское месторождение. Уверили, что речь идет о вырубке не 1700 гектаров леса, а о 100 гектарах. По их утверждениям, сельское хозяйство жителей пострадает минимально. Земли еще не переведены в промышленные угодья, поэтому вопрос завис в воздухе. Сейчас, уверил нас Михаил Куприянов, все стороны заинтересованы в достижении консенсуса. Вот только почему мнением жителей поинтересовались только сейчас, когда ситуация получила огласку в области, открытый вопрос. Сошлись на том, что на следующей неделе, значит, все мы, администрация, инвесторы и жители, соберемся в Галчанове, устроим общую встречу. Значит, как раз там будут карты, на которых все будет, так сказать, рассказано, показано, потому что там действительно затрагивается часть земельных участков, которые собственностью этих фермов. Никто на них там, так сказать, своенравно покушаться не собирается там, да. То есть все происходит максимально открытым образом.